Отлично. Привет. Привет. Да, есть контакт. Слушай, я думала, что за мужчина у тебя сзади? А, да, это мой соведущий. Да, у нас думала, третий. Но, ну, чтобы... Да, да, да. Висит. Прикол. Я сначала думала, мы втроем. Ну, ну, нам, да, ну, как бы две девушки, нам вот такой отличный скалолаз нам в тему гор. Разбавим мужчины. Да. Так, сейчас я чуть-чуть поставлю, а то у меня отсвечивает почему-то очки. А, все поняла, вот, все, отлично. А то у меня будет как фэшн. На визу фотографировалась у меня, значит, в очках такие блики. Ну да, да. Стыдно ехать было. С такой фотографией. Когда ты в горах последний раз была? У нас тема сегодня горы, да, рисование. Вообще, слышно меня хорошо? Тоже все хорошо? Так, отлично. Не, да, мне слышно хорошо. Все, ну все, нас тут присоединяются, вот, мы болтаем друг с другом, отвечаем на вопросы, если они будут, да? Вот. Соскучилась я по горам, я видела, ты сейчас уже куда-то выходила на трекинг недавно. Это меня пригласили друзья. Ну, поход выходного дня, прогуляться в Подмосковье. Так, у меня тут кот шарится. А, это было убийство просто. Убийство моих ног. У меня в походе всегда слабое место – это мои ноги. То есть я в первые там 2 часа натираю ноги, мозоли у меня там, не знаю, по периметру, все стопы, и потом весь поход, сколько-то дней я иду страдаю. И плачу, и рыдаю, и с бинтами, и пластыри, ну, в общем. И вот тут ровно та же ситуация повторилась. Я ноги себе натерла очень сильно. Но это как бы одна беда. Вторая беда то, что там было все мокро. После недели дождей, глинистая земля, там все стоит, сплошное болото, воды по щиколотку. И вот мы там, не знаю, 8 часов ходьбы по воде. Это пипец. По грязи, по воде. Ну, нет, ну, ну да, ну как. Это, ну, это, конечно, да, часть романтики, но я очень понимаю на самом деле, потому что я в этом смысле натираю тоже себе все всегда. То есть, мне кажется, я тапочками домашними натираю, а как бы когда долго ходить, какая бы удобная обувь ни была, сколько там, понятно, тут можно сказать, что там, да, можно купить там Гротекс, и вроде как ими будет там хорошо, но если у тебя, в принципе, нога всегда натирается всем, то как бы ты все равно это будешь делать, поэтому это уже, видимо, часть. Какая-то. Я даже, ну, не могу объяснить, потому что все идут нормально, у меня хорошая обувь, и разная обувь всегда, мозоли всегда проблема. И, да не знаю, последний мой поход был то, что я потом еще неделю или две ходила в сланцах после похода, потому что я больше обувь никакую надеть не могла. Не говоря про туфли, просто вот сланцы. Даже кроссовки не могла надеть. Спать не могла, потому что мне больно, что... Вот так вот. Вот так вот. Ходите, вот, Даша, привет. Ходите в походы, натирайте ноги, получайте удовольствие, в общем-то. Ну, все это... платить. За любое удовольствие. Тут, да, у меня такая расплата мозолями. В общем, да, вот мы сходили босиком. Босиком далеко не уйдешь. Не, ну да, босиком это вообще, это будет еще та пытка. На, может, лапти какие. Ну, в общем, я для себя поняла следующее. Значит, вот у меня предыдущий поход был по горам, мы там шли, пошли двоечку, категорию сложности, mm-hmm. прошли некатегорийный маршрут, мы сошли там с 2-категорийных перевалов, потому что сил не было их идти. И я поняла, что вот хождение простых маршрутов – это не то, для чего я хожу в горы, потому что это убийство. Ну, вот идешь по траве, это называют траволазание, по кустам, по орешникам, по обезьянникам, эти вот деревянные, ну, березовые заросли, низкорослые, вот это ветками по лицу, лезешь там, борщевик на тебе, ну, и вот это я в субботу то же самое хапанула, такое траволазание, и понимаю, что вот, ну, когда ты на высокой категории, там, скалы, там, снег, там, лед, там, определяющий участок, там, если, ну, что-то поделать, там не скучно, ну, в плане, что ты не идешь много часов просто вот
я поняла, что трекинг вот все-таки не мое. Мое это вот, ну, полазить, это интересно. Не, я абсолютно понимаю, знаешь, это, мне кажется, тоже от темперамента. Это как две разных вещи, как акварель, да, когда ты рисуешь ботаническую иллюстрацию. Вот тебе нравится, когда у тебя повторяющееся действие идет как бы долгое время. И это как бы, ну, есть люди, которым просто действительно нравится вот просто идти, ну, чтобы не сложно, но идти. Вот я тоже из разряда тех, кто как бы лучше покороче, может быть, ну, условно короче, конечно, но как бы разнообразнее, потому что на самом деле я вот даже как бы, когда скалолазание начала заниматься, я поняла, что мне, например, больше нравится болдер. Ну, то есть, когда я решаю какую-то задачу, ну, то есть, и без страховки какой-то короткий маршрут, чем вот длинные вуа. Я не могу их даже в зале лезть. Ну, мне скучно. Ну, то есть, ты лезешь, ты вроде как бы все, вот ты лезешь, и тут там 5А, 5Б, допустим. Я не супер как бы в скалолазании, но мне очень нравится. И как бы ты лезешь, но все равно ты повторяется. Я уже думаю, когда это, боже, закончится все вот. Потому что действие, ну, приблизительно одного характера. Ну, да, бывает там 2-3 сложных момента, но вот этот вот маршрут за счет длительности. Ну, как бы, да, вот не мое здесь. И, наверное, у меня в этом смысле Непал был, вот, у меня был тур в Непал, и мы шли трек в сторону Южной Арнапурны, но на Мачу-Пучару, да, Марди-Химал трек, и как бы там 4, наверное, мы дня поднимались с ночевками, потом мы, конечно, спустились за день, я убила себе колено. Вот, до сих пор после горных лыж, после ходьбы, я прям чувствую это колено, потому что мы решили 4 километра спуститься за день. Вот. И, но когда ты идешь, там тоже был несложный такой маршрут, в принципе, но он долгий, вот ты идешь, и повторяется, как бы, ну, все равно подъем там, мы до 3800 поднялись, наверное, вот с нуля, ну, где-то там с 200, но вот ты как бы вот, и я в некоторые моменты просто не понимала, зачем я это делаю, ну, как бы прикольно, конечно, но не сильно менялся пейзаж, не сильно менялся что-то, и вот ты как бы... Ну, как бы, ладно, вот и когда еще по тропе идешь, а когда ты идешь, ну, на пролом, без тропы, ты просто лезешь, потому что есть. И для меня травяные склоны — это просто самое мерзкое, что может быть. Потому что ты не видишь, куда ногу ставишь, там может быть кочка, может быть ямка, ты не видишь этого в траве. Ну, и плюс она там тебя везде царапает, и она скользкая, ты, ну, в общем, да. Такое дело. В Непале я не была. Я бы, конечно, с удовольствием побывала, надо все пробовать. Вот, и там бы я тоже прогулялась. Но вот если это трекинг, мне кажется, это должно быть, ну, не спортивный маршрут, а прогулочный. Ты идешь и хотя бы наслаждаешься, да, видами. А тут мы бежали, ну, потому что группа какая-то сильная показалась. Mm-hmm. Я там в конце, после там своих отсутствия нагрузок. Конечно, я вообще, я сейчас даже бегать боюсь, выходить с колен, ну, просто потому что я прошла вчера, я понимаю, что я сейчас надорвусь. Отсутствие нагрузок в изоляции дает себе знать. Это да. Правда. И я-то просто, я слышала хлюп под ногами, это чпок-чпок-чпок-чпок. Ты идешь по лужам, тебя там где-то подсасывает, чпок оттуда. И я даже не слышала птиц. Я вот там, ну, в городе, да, живу, иду вечером, птички поют, и думаю, как было бы круто их послушать без гула машин. Потому что фоновое шоссе Щелковское у нас, да, и, ну, городское тут просто рядом. Но оно вот есть фоном таким. Думаю, было бы круто в тишине побыть, вот птичек послушать. И вот мы были в этой тишине, но там было чпоканье вот этой грязи, и все бегут, и я ничего вокруг не видела. Я вот просто, я смотрела вниз под ноги, чтобы не упасть, ничего. Я, в общем, удовольствия не получила. Но физическая нагрузка была адская, конечно. Нагрузку я получила. Нет, но сейчас, мне кажется, знаешь, вот важно все равно, да, выходить всем из изоляции постепенно, начинать да. Как-то бегать, разминаться. Я тем, кто, наверное, да, сегодня слушает наш эфир, хочется тоже сказать, что вы там сразу-то, вот мне прям, мне очень хотелось сейчас пойти бегать. Вот, вот иначе это все очень плохо заканчивается, такое, как бы, берегите себя, нам еще на пленэры ходить, вот, поэтому вообще, да, мне кажется. А вот в Подмосковье у нас не так жестко было, я, в принципе, гуляла каждый день и бегала по утрам, но да, бывало, что колени нагрузились и все, потом неделю не бегаю, потому что они болят, ну, зачем их еще раз убивать. Кстати, хотела историю про колено рассказать, я каталась на лыжах там 100 лет назад на Эльбрусе, и упала на ровном месте. То есть просто с подъемника сошла, там уклон 1 градус. И я не знаю, как-то так получилось, что я упала. Даже вот не на склоне.
И у меня колено, там что-то с ним случилось. Случайно, что я даже ходить не могла, меня тут же под белые ручки на канатку вниз отправили, я там ходила, хромала, наверное, еще это, наверное, был февраль, и до мая месяца прям хромала. То есть я, если сижу, я встать не могу сразу пойти, надо что-то там привыкать, и все. Потом мы пошли в поход в мае. Ну, и с больным коленом, я думаю, буду беречь, все. И там была какой-то утренний выход был, снег схватился нас там таким коркой толстой, но при этом вес, конечно, не выдерживает. И ты как будто наступаешь, потом через секунду проваливаешься. Опять наступаешь, через секунду проваливаешься. Это очень выматывает. И я в какой-то момент поспешила и, ну, упала в итоге. Лицом вперед зацепилась ногой за корку наста. И у меня колено хрусть и встало назад. Оно встало. И я встала и пошла такая. Алло. То есть наоборот. Вот так. Вот так иногда, да, случается. Да. О, разговор про колени и лыжи. Тут уже Даша Мета пишет, что надо на велосипеде так веселее, да. В общем, я тут немножко... Мы в твоем аккаунте, а я перехватываю. У меня, ну, прости, комментарии читаю. Вот. Так что, да. Да, ну, колени такая тема, видать, смотрю, для многих актуальна. Ну, здесь, да, кто в горы... С палками ходить, с палками, но на самом деле вот вниз с палками я, например, всегда хожу, я не могу, ну вот, ну, мне нагрузка большая. Но если по камням лезу, то есть вниз удобнее с палками, чтобы, по крайней мере, ты как-то так это уперся, я не знаю, опять же, все. Я, конечно, завидую, там у нас была барышня в субботу с палками, мне хотелось попробовать. Я говорю, не ходила с палками ни разу. Я с ледорубом, я на ледоруб опиралась. Ну, конечно, нужна точка опоры, третья. И ты прям все можешь покорять все, что хочешь. Третья точка. Это либо попа, либо палка. Ну да, да, да. Да. Вот. Так что был у меня такой тренировочный поход. Я думаю, испытаю себя. Посмотрю, готова ли я там к сезону. Потому что в этом году я хотела на Эльбрус сходить. Друзья мне идут. Ну, не знаю, как сейчас, карантин, не карантин. Эльбрус до 1 августа вроде как закрыт, но малые группы восходят. Но мы еще зимой обсуждали, вот на июль есть восхождение моих друзей. Я думала присоединиться. И вот после субботы я подумала, что надо бы бегать по утрам, как-то начинать поактивнее тренировать. Ты с рисованием поедешь? Потому что нас тут спрашивают вообще, а как бы про рисование-то вы будете что-то говорить? Ой-ой-ой. Нет, но ты не берешь, вот ты как бы разделяешь, получается, пленэры в горах, например. Вот, ну, я понимаю, что как бы, ну, просто для тех, кто не знает, да, в этом плане восхождение на Эльбрус – это серьезная вещь. Просто имеется в виду, там не будет, да, какого-то времени, там тебе, допустим, изначально при подготовке или в базовом лагере, или как вы пойдете? Ну, времени нет, ты идешь, да, с группой, ты не можешь группу тормозить. Мне кажется, если ехать рисовать, надо такими же участниками ехать. То есть пришли на точку и порисовали. Такая тоже идея есть, там я даже несколько точек приглядела, где было бы очень интересно. Ну, такая обзорная точка хорошая там была. А в плане на маршруте рисовать я брала с собой однажды блокнот. Ну, и рисовала я один раз. То есть я думала, буду каждый день на каждом привале, я достану там что-то, скетч сделать. Вот. Нет, не достает. Упал, лежишь, как этот, балконский в небо смотришь. Вот, вечером там поелся. Ну, короче, да, вот прям к рисованию руки не приходят. Мне кажется, если рисовать, то надо, ну, целенаправленно с этой, ну, вот целью. Ну, вот у меня просто такой же очень похожий опыт про то, что, да, все, знаешь, это как... Мне хочется развеять немножко мифы, может быть, в плане того, что... Ну, вот я не могу там, ну, все берем с собой скетчбук, и там я и в самолете рисую, и на машине, и сверху машины еду, тоже рисую, и там, не знаю, сплю, стоя рисую, все равно рисую. Но так реально не всегда было. Бывает, и вот в этом смысле я поняла, что действительно надо разделять. Все-таки вот тур у меня, да, с Paint and Travel в Непал, он был действительно классный, но спокойно мы рисовали только когда мы были в Покхре, в Катманду, в городах, да? Да. Когда ты на треке, я как педагог для себя поняла, что, ну, представляешь, ну, у меня часть группы, там, гиды, там, кто-то, ну, вот, кто идет, организаторы, не все рисующие и так далее.
А ты приходишь, либо тебе надо, ну, ты идешь 4-5 часов в день, либо тебе надо как бы до что-то организовать, рано-рано встать. Ну, обычно все равно там в 4, там в 5 встаешь, в 7 уже темно, да? Но да. тебе реально тяжело еще и преподавать, и как бы, ну, объективно рисовать со всеми, и чтобы еще и работы получались. То есть у тебя такая двойная-тройная нагрузка, mm-hmm. и, конечно, я понимаю, я просто тут это, заодно... Это вот, кстати, Южная Анапурна. На закате я хотела сделать зарисовку. Вообще две было. План было сделать две, но стало замерзать. Угу. Это такая старая история. И вот остались эти... А, там три штуки, да, остались. Да, да, остались. И вот я жду и хочу здесь в планах какую-нибудь еще такую панорамную, чтобы вот их в пару было, и все-таки нарисовать именно прям вот в горах. А так-то я, да, я вот тут сейчас это... в тему Эльбруса, я вот на Монблан хотела в этом году, мне даже вон подарили. Вот, и да. И все-таки, ну, как бы ты по... Я просто немножко так этой динамики добавляю, но смысл в том, что хочу услышать тебя в плане Эльбруса. Все-таки как получится, ты думаешь? Все-таки это, ну, откроют или будет возможно? Потому что... Я смотрела сторис, там на кучу аккаунтов подписано, пошли люди, да, там сейчас канатки не работают, ну, как бы, что добавляет неудобства, да, что ты там с 2000 на, там, 3800 можешь подняться на канатке. Да, да, да. Точком. Но это тоже такая тема, что, значит, классически на Эльбрус поднимается на канатках на 3800, оттуда ножками выходит. Есть опция на ратраке подняться на Скала Пастухова, это на 400, ага. и оттуда уже там идешь по косой полке, и вот это, западная вершина. И те, кто пользуется этой опцией, значит, осуждаются другими, что, мол, вы вообще не по-настоящему поднимаете, у вас вообще... 100%. Что-то. А другие говорят, типа, так вы и канаткой тогда не пользуетесь, вы-то зачем канаткой, а канаткой все пользуются. Да, и идите тогда снизу прям вообще, поднимайтесь и все. Ну вот, это на Монблан тоже можно как бы классический маршрут из Шамани снизу, а можно с Агюль-де-Миди, там канатка на 3500, да, поднимается или сколько-то. Ну и тоже вот та же самая. Ну вот сейчас как раз опция для тро-альпинистов, да, без канаток, с самого низа, там они пишут у себя в аккаунтах, ну все, типа без канаток, по-настоящему пошли. Вот. Ну, хотя, по сути, ну, все равно все пройдут этот участок, ну, просто на день дольше будут идти. То есть я не вижу страшного ничего в канатке. Вот. Ну, да. я, кстати, тоже, он же не такой, он же не, там не идет сложность восхождения вот до канатки, я думаю, да, что да, там да. более просто... такой просто, да, ну, просто по времени. Да, он, Аня пишет, муж собирается на марафон на Эльбрусе. Это беговой, что ли, марафон, который? Скайранинг? Ого! Люди забегают, да, делают. Круть, это вообще, это для меня вот, это как бы, я не знаю. Пусть и планируется, что откроется, но скайранинг они, да, они бегут, у них старт на Азао поляне на 2000-х и побежали. Ого. Вот, и там есть несколько отметок, то есть ты бежишь прям до вершины или можешь до бочек бежать, ну как-то там есть разные дистанции, наверное, кто докуда, но это очень круто. Потому что я помню, что мы с подружкой Солей Ивановой поехали попленерить в Прельбрусе, жили в гостинице и на четвертом этаже в Азао. Азао 2000 метров высота. Я на четвертый этаж еле заходила по перилам. Вот так вот. Ну, по крайней мере, идешь этаж и одышка. Идешь этаж, у тебя пульс в горле. Вот так вот. Да, все, сатурация повышается. Нужна акклиматизация, думаю, они там все ее пройдут, неделю, две, три, кто как, и потом побегут, не просто сам с места в карьер, но все равно это, ну, мощная такая нагрузка на организм, конечно, бежать. Да, ну это нужна подготовка, и это надо этим гореть и делать, не так, что ты взял там, хоп, и да, и решился, да. Так что, да, Аня. Там... Ну, я говорю, что, ну, в канатке я не вижу крамолы никакой, даже в ратраке. Потому что люди все равно попадают на ту высоту, и все равно они идут на 5000, 5, там 200 в седловина, там все равно ты попадаешь под горную болезнь. А классический маршрут, он несложный, там идея выдержать эту горную болезнь, как бы, собственно, в этом. А так ножками все идет, это на ратраке тебе, или ты там на день дольше ногами дошел, неважно. Важно, что ты, значит, тошнит там тебя или не тошнит. Не тошнит.
Ой, это, кстати, тоже про горные болезни. У меня первый раз, когда я была в горах, у меня случилась такая первая горная на 2500 всего лишь в Грузии, на маленькой. А потом, как бы вот с опытом и с практикой, чем чаще ты, ну, как бы ходишь, бываешь, там, поднимаешься, тем легче тебе это переносится, и ты как бы, ну, вот, но, в принципе, в Непале вот около 4 тоже я почувствовала такое, ну, не прям там, она же по-разному выражается, я как бы свою знаю, вот. Да, все по-разному. Причем это всегда, ну, лотерея, то есть могло быть в прошлый раз плохо, а в этот раз ништяк, а может наоборот. Вот мы когда там прошли поход четверку, мы 3 недели ходили по горам, то есть акклиматизация была Да, просто была, конечно. идеальная. И перевалы там 4200 были такие, то есть не, ну прям мы высоко ходили. И потом, когда пошли на восхождение на Эльбрус, наш руководитель, он полз на зубах. Ему так хреново было после 3 недель акклиматизации. А моя там знакомая девочка с нашего клуба в Ставрополе, я еще когда жила, она, значит, вечером с работы в пятницу вышла с работы, села на автобус, приехала в Прильбрусе, в субботу подход там на бочке, в воскресенье утром Эльбрус у нее вершина, спустилась вниз, в понедельник она на работе. Та-дам! Я Да. таких тоже, я таких тоже видела. Мы там в одну сторону ползем куда-то там, да, на какие-то, а кто-то уже туда сбегал, вернулся и все. Я не знаю, кто эти люди. Такая, да, лотерея, что тебе, может, на 2000 приплющить, а может быть и нормально, в общем. Ты на Эльбрус уже поднималась до этого или... Да, я Да, поднималась. сколько раз? Ну, полноценно я зашла 1 раз, вот прям на западной вершине я постояла. На восточную вершину я не дошла, наверное, там, не знаю, метров 200, по прямой, не то, что там по высоте, наверное, на 5600 вышла, там чуток не дошла. Это было связано с тем, что я заснула. Там Вот это да. внизу была гроза, давление упало, и я шла просто на какой-то неимоверной силе воли, потому что вот я делаю шаг, и я засыпаю. И дважды я упала. То есть я заснула, пока шла, шаг делала, я заснула, отключилась, и я падала. Это со мной никогда такого не было. И мы уже все на вершину вышли, Давление. вершина вот эта, и мы там с другом, я говорю, Ветер, давай посидим, ну, 5 сек. Ну, короче, стоило присесть, мы рубанулись, и наши друзья нас на обратном пути разбудили, так я не дошла. А там Ну, ночью... вообще. Потом я поднималась, до седловины вышла, но я замерзла так, что я ноги перестала чувствовать уже. Там ветер был, что-то холодно, и я повернула назад, думаю, ну, как бы Эльбрус стоит и стоит, ноги у меня одни. То есть Ну, бросила ходить. это, кстати, важно, это разумный подход, да, для тех, кто ходит, потому что, посмотрев там, не знаю, все фильмы про восхождение и так далее и тому подобное, на самом деле у альпинистов и у всех людей, кто ходит в горы, самое главное это вернуться, да, а не то, чтобы подняться, чтобы сделать эту галочку, потому что как только тебе хочется, чтобы подняться, но ты не рассчитываешь свои силы, не понимаешь опасности и так далее, ну, то есть горы будут стоять, правда, и еще будет, как бы, эта возможность, это Можно, правда. да, ну, по крайней мере, будет эта опция. Если упираться в восходить, ну, можно опции лишиться, да. Да, опции Поэтому я сходить еще думаю, раз. пойду-ка я домой. Спустилась, да. У меня ноги начали оттаивать уже там, не знаю, далеко внизу. То есть прямо они замерзли, капец как. Прям вот это, хорошо замерзли. Ну, и вот хочу в этом году, и в прошлом я хотела. Уж не знаю, как я в этом году соберусь. Я считаю, что зависит от меня. Я человек такой, мне надо пинка дать. То есть у меня опций много, и возможность, главное, есть, мне надо вот как-то решиться, взять кулаком по столу и все, будет. Да, что будет. Вот, потому что у меня начинается, а может быть туда, может быть сюда, там, ну, у меня отпуск, надо его как-то там оптимально решить, а может море. Надо, а все хочется, и море, и горы, дайте все сразу, это правда. В этом году у нас что, вот удаленка, для меня она, конечно, великолепна. У нас по работе полная возможность работать полноценно удаленно. И нам руководство сказало, что хоть с Марса работаете, как бы неважно, где вы находитесь, Это если... супер правда. Да. И я думаю, что я пойду в горы, а на море я могу поехать и там работать. Просто пожить на море там неделю-две, ну, как бы отпуск на море не тратить. Потому что там хотя бы есть интернет. На море. Это гениальная идея. Я вот тоже, кстати, подумываю, что-то мне так в Москве уже как-то
грустненько за это время, что я хочу на море и действительно думаю о том, чтобы просто как бы вот как-то пожить пару месяцев, выехать и да. Я вчера буквально билеты смотрела в Крым, но я не знаю, как там сажают всех на обсервацию или нет. Я думаю, что сейчас, ну, надеюсь, да, сегодня вот первый день у нас раскарантизации, да, и я надеюсь, что как-то будет постепенно это все раскрываться, может быть. Но на обсервацию в Сочи я знаю, что сажали, но вот да, там не знаю. Но сейчас, по-моему, уже у них тоже открывается курортный сезон, насколько я знаю. Ну, мне как-то кажется, все быстро. В июне точно сидят. Ну, не знаю, надо мониторить. Да, но, значит, какая история я слышала, прилетели ребята в Сочи в самолете, им сказали, что вот, они не знали, что там сажают на обсервацию, а им бы, а вот с 15-го открыли Крым, Маша. Ага, так, а вот еще вопрос тут, да, самолет плохо переношу, в горы соваться не стоит, это не связано, вы не должны так. Просто хоть раз ходить в горы, чтобы понять, как вы их переносите, ну и желание ваше, я думаю, да? Не связано, да, надо пробовать. Летели в Сочи, вернее, в Краснодар они летели, им сказали, что сажают на обсервацию, но все там, всех перекрыли, давайте проходите в автобусы, проедемте туда. Ну, в общем, они сказали, что, оказывается, есть опция заплатить штраф за нарушение самоизоляции и пройти дальше, спокойно заниматься своими делами. Как у нас в России... Как всегда все, да, в некоторых моментах это делать. Решается, да. Ну, там, что это, делать? Конечно, не маленький, от 15 до 40 тысяч они назвали штраф, но, говорит, лучше, чем 2 недели сидеть. Ну да, мне кажется, тут тоже, если 2 недели сидеть, и ты теряешь, ну, какое-то время, отпуск, отдых и так далее, то да, то, ну, как бы, опять же, решают. Ну, люди, да, летевшие туда, в принципе, понимали, что на обсервацию сядут, но, ой, все равно не хочется эти 2 недели. Вот. Сколько, я хотела спросить, сколько у тебя вообще восхождений высотных было? Я же знаю, что ты, вот, это как бы часть твоей жизни, большая часть твоей жизни. И, как бы, слушай, вот, я же... Или какие-то самые запоминающиеся? Вот. Я не альпинист, я турист. Горный туризм у нас был, поэтому там восхождение... ну, отдельно мы не меряем восхождениями, мы меряем маршрутами, да, походу. Маршрутами, да-да-да. Вот. То есть у меня самый там запоминающийся, конечно, 3 маршрута. Это четверка, где мы золото чемпионата России взяли. Вот там такая мощная была четверка. А, пятерка. И пятерка с половиной пятерки, вернее. Это маршруты. Маршруты в России, маршруты в каких горах? Только Кавказ. Кавказ. Кавказ, Центральный Кавказ, вот по Прельбрусью, там районов очень много. В районе Безенгии там все это... Серьезно, грозно, высоко. Вот, да. Такие маршруты. Я ходила только по Кавказу. Я бы, конечно, съездила куда-нибудь, но у нас клуб, я же в Ставрополе жила на Кавказе, мы сели да поехали, все под боком. Вот. А, ой. Вот. Старому туристу. Прекрасные слова, да. Я тоже старый турист. Вот, ну и самый запоминающийся, конечно, у меня там был самый сложный мой перевал, это Артакара Восточная, он 3-я категория, ну, с альпинистскими не стоит сравнивать, да? Да, это другие, я понимаю. Вот, это как нам объясняли, 3А, 3Б, это как, 3А, это как 5А, 5Б в альпинизме, 3Б максимум в туризме, это 6А, 6Б в альпинизме. Да, да. Вот, ну вот мы там стояли... спускались по стене, определяющая была сторона, это стенка. Я просто вот так стояла, вот я руками держалась за склон. То есть склон был вообще капец какой вертикальный. Я шла второй в цепочке, руководитель ушел вперед вешать перила, я стою на станции, а команда еще вся за перегибом. То есть я стою одна, его не видно, а тех еще не видно. И надо мной козырек висит. Ну, там лавина опасности не было, но неприятно все равно этот козырек. Ну, конечно, конечно. Я встегнута, внизу пропасть, и там дует ветер сверху, и вот такие мелкие крошки летят ледяные в лицо, так, а ты стоишь и смотришь за козырьком, лицо вверх так держишь. И вот оно от тебя как пуля вот это пронзает, и у меня вот шкур, знаешь, бывает такой шкурный страх, то есть не какой-то там гипотетический, а ты стоишь, тебя прям вот все вот трясет, бывает такое. И я прям стою, у меня слезы такие, как думаю, что я тут делаю вообще, почему я не на пляже, зачем я здесь? Да-да-да, да. Такое преодоление.
Ну да, знаешь, одну деться-то некуда. И я понимаю, что даже если это вальс, я убежать не смогу, потому что не успею выстегнуться. Потому что там замуфтован карабин, все по правилам. Вот. Но когда мы вниз спустились, вот с поляны сидишь, смотришь, вот такая стенка стоит. Думаешь, о, круто. И я это сделал. Да, это я. Я там был. Это правда. Это вот это каждый раз такое, когда ты потом вот возвращаешься, или как бы ты смотришь и такой, да вот там я был, вот там вот это. И кажется это каким-то нереальным. Да ладно, да как, да где. Даже вот, там. Походу, это и есть ответ, зачем ты ходишь, да? Потом, когда все улеглось, там страх прошел, усталость прошла, и ты думаешь, о, было круто. Мне, знаешь, мне понравилось, я не помню, фильм, ну, про Месс, фильм про какой-то про Месснера, по-моему, ну, по крайней мере, он там фигурирует, и он молодой, его спрашивают, собственно, а как бы, а зачем вы ходите в горы, если вы можете погибнуть? Ну, фильм художественный, но как бы мне понравилась очень фраза, я до сих пор ее вспоминаю, зачем вы ходите в горы, если вы можете погибнуть? И он такой молчит, а зачем рисует художник? И вот не поверишь, я прям, у меня даже где-то, я тебе пришлю потом, у меня есть даже где-то, ну, как бы я себе сохраняла из фильма этого кадра, потому что, ну, вот, как бы для меня, наверное, очень тоже близкая идея, как бы, хождение в горы и, в принципе, рисование. Иногда это процесс, то есть это процесс. И это процесс, да, конечно, вот есть он результат, но если ты не наслаждаешься процессом, там, не бываешь в моменте, так же, как и в рисовании, то ты, ну, как бы что-то теряешь, много теряешь. То есть если так же, как ты там, не знаю, хочешь на Эверест зайти, заплатил там деньги, тебя там, ну, как бы условно, да, ну, чтобы поставить себе там эту галочку, то в этом теряется как бы вся прелесть, наверное, вот процесса и пути. То есть вот это вот как бы преодоление себя каждый день, каждую минуту и вот ответ себе на вопрос, вот зачем я вот здесь, мог бы, да, вот как ты говоришь, лежать на пляже, но я все равно это делаю. Так же, как когда ты рисуешь, ты иногда хочешь сдаться, там, или тебе тяжело, или в процессе вот этого пути рисовального тебе как-то тоже, но, то есть, потому что, как бы, ну, просто вот моя жизнь последний, там, год, она как-то стала тесно связана, немножко больше с горами, со скалолазанием, там, как бы, с друзьями, альпинистами, и я прям очень много прям параллелей вот в этом, ну, стала находить, то есть, вот именно в психологическом аспекте, как бы работы художника и в каких-то восхождениях, походах, каких-то длительных вот, именно вот то, что у тебя происходит в голове, то есть не бежать, что думать постоянно о результате, тогда ты как бы отвлекаешься, ты можешь там не заметить, упасть там на пути, там, я не знаю, все что угодно, то есть вот эта концентрация в моменте, она, наверное, ну, это вот мое мнение, вот так ли у тебя и как бы какое твое мнение на это, есть что-то общее? Мне кажется, что я этому учусь, потому что вот мы прям не так давно рассуждали на тему, что, как бы, что есть люди-процессы, есть люди-результаты. И это как бы две разные категории, у каждого свой путь, как бы, и вот так вот. Я себя всегда относила к человеку-результату. Мне сложно настроиться на процесс. Это для меня всегда такой труд, ломка, мне надо начать это делать, а вдруг не получится, вот это я через это иду, но ради того, чтобы получить хороший результат. То же самое там в горах. Чтобы, например, мы там шли на маршруте, у нас есть локальная, ну, как радиальная вершина. То есть мы лагерь ставим, желающие. Ну да, туда сходили, все. Все идут, а мне неудобно остаться, а я не хочу. Мне так лень, мне хочется полежать. Думаю, какая вершина. Все, а все идут, и мне стыдно остаться. И, ну, естественно, я тоже иду. Я иду, но потом буквально 5-10 минут ходьбы, и я втянулась, и мне ништяк. Все думаю, как круто, что я пошла. И дальше до вершины, там мы сходили, все было здорово. Вот, но вот эти вот первый толчок заставить себя что-то начать делать, для меня прям очень тяжело. И мне кажется, что вот я как раз учусь, переучиваясь на человека процесса, да, что мне надо вот этот толчок, потому что дальше уже легче идет. А так, если считаться человеком результатом. Но, значит, что хочу сказать. Когда к нам приезжал Сергей Усик на мастер-класс по пастели, мы его пригласили. Ну, у нас все акварель, да, в арт-холидей. Да. Не акварельный художник, это был Сергей Усик. Он с пастели приезжал. И он сказал, что, ну, тоже заговорили за процесс, за результат. Он говорит, конечно же, процесс — это главное. Он говорит, какой результат? Результат может получиться, может не получиться. Он говорит, но если ты не получаешь кайф от процесса, какой смысл этим заниматься? То
То есть какой смысл? Ну вот я ближе вот как бы вот тоже с ним где-то солидарна здесь. Вот. А для меня это прям как, знаешь, такой инсайт был, откровение, я думаю, о. Он говорит, типа, если вы с удовольствием занимаетесь процессом, то результат в конце концов по любасу тоже станет. Случится, да, он случится какой-никакой там, что-то. Нравится, то, ну, это вечный стресс будет. И я, вот это сколько, 3 года, наверное, прошло, до этого я считала, что я человек результаты, вот у меня даже нет вариантов. А теперь я думаю, ну, наверное, надо становиться человеком процессом, вот я себя ломаю, я стараюсь переломать, научиться любить процесс. Ну, ты знаешь, мне кажется, вот ты сказала про толчок, да, как бы, просто толчок, он как бы даже, мне кажется, и не связан с процессом или результатом, ну, вот это, опять же, как бы мой взгляд такой, потому что толчок иногда и мне, ну, то есть, я вот, да, я за процесс, мне нравится, я не говорю, что я выбираю больше процесс, чем результат, да, он как бы, просто я верю в то, что если у тебя, тебе кайфово от процесса, результат он наступит, ну, то есть, он случится сам собой, и как бы иногда даже превзойдет твои ожидания, если ты не будешь постоянно каждую секунду о нем думать. Я когда преподаю, постоянно это понимаю, ну, ну, на учениках, когда все время, если каждую секунду они думают, оценивают, ну, то есть вместо того, чтобы делать процесс, вот это случается. Но пинок, вот такой толчок, он иногда нужен нам всем творческим людям, чтобы вот, вот, а только начнешь, вот поведешь уже кисточкой, и все, и оно же там. И пошло. У меня есть картина, которую я не могу уже, наверное, полгода написать. То есть я сделала половину, и мне нравится эта половина. И дальше мне страшно испортить. И я не могу. Она у меня лежит, у меня все, значит, разложено, все готово. Садись и продолжай. И я не могу. То есть вот я себя чувствую какой-то страх неудачи. Может быть, и время просто? Времени потеряно, если будет неудача. То есть я жду, когда у меня вот, как это, кондиция у меня дозреет, и потом как жахну. Ну, ну, значит, значит, мне кажется, так и случится. Я как бы просто, когда большой проект, ну, я имею в виду, что когда большие проекты, я вот один тут тоже как бы делала какой-то, меня там 2 года фото ждало там, потом я начала, нарисовала карандаш, а вот для меня это необычная была ситуация, потому что я обычно, я сяду, 5 часов работаю, ну, или там какой-то, и я как бы делаю большую работу за один присест. И я начала по-другому как бы на это смотреть, что не обязательно за один раз. Может быть, вот, значит, может быть, какие-то... Ну, то есть, как бы, иногда вся работа, она именно в акварельной технике внутри, а иногда вся работа у тебя внутри. То есть, акварель ты уже сделаешь, но ты еще не решил. И вот пока ты там не решил, как здесь будет, то тогда, да, то тогда смысл. Ты действительно испортишь уже на листе, это правда. Да. Миша Старченко, знаешь его, да? Да, да, знаю, знакомый. Как сказал. Как-то это на английском фраза звучит, она складная такая, но суть в том, что как бы все должно быть запланировано. То есть 99% успеха – это план. То есть тебе нужно понять, где ты, что, когда. Если ты это еще не разложил в голове, ну, начинать наобум, авось там где-то выведет, ну, есть риск тогда неудачи высокий. Да. С другой стороны, когда какой-то экспромт, ты быстро там что-то сделаешь, это может быть гораздо круче, чем долго ты вынашиваешь и рожаешь. Это, ну, просто, ну, и так, и надо просто пробовать и не бояться, да, и не жалеть времени, там, если будет неудача, это, ну, в любом случае опыт. Ты тогда знаешь, как не надо делать, это тоже круто. Да, 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 да. Ну, мозги понимают, а вот, как бы, характером... А вот, вот, знаешь, это и тема, мне кажется, сегодня мы это разговариваем вот именно обо всем, о том вот внутреннем преодолении, потому что действительно, вот ты головой понимаешь, я, может, тоже вот, знаешь, как головой все уже и на Эльбрус поднялись, и головой там, и, знаешь, можно, это у меня часто там ученики спрашивают, а какой вы там по анатомии, ну, там, студенты по анатомии какую-нибудь книжку, я говорю, ну, вы прочитайте анатомию, вы ее никуда не приделаете, пока вы не начнете рисовать, вы прочитайте, будете знать все косточки. Ну, например, да, как бы это разрозненные знания, получается, вы будете, ну, как медики, да, там разбираться, но пока вы не практикуете, так что, то, ну, как бы, то есть ты теоретически можешь там, ага, я сейчас вот сюда, потом вот здесь сюда, но пока ты это не сделал там своими ручками, ножками и практикой, это правда, но вот, все вот прям про... Это моя проблема, прям вот четко, я ведь не рисую людей.
Я очень хочу, но я боюсь, потому что, опять же, они у меня кривоватые получаются, и у меня искреннее убеждение, которое я даже знаю, откуда оно растет, мне там преподаватель... Тетка, кто что-то сказал нехорошее вообще? Да, она сказала, что мы рисовали голову Венеры, и еще там второй товарищ гипсовый какой-то был, что нужно учить анатомию. То есть ты вот эту челюсть рисуешь, говорит, вы вот рисуете не то, что вы видите, а вы должны знать, что там идет челюсть, что вот это мягкие ткани, что значит ра-та-та. И если ты знаешь анатомию, тогда получится убедительно. Я вот анатомию не знаю. Я прям даже не берусь рисовать людей, пока я не узнаю эту анатомию, которую я так и не узнаю, в принципе. Ну, сам... Да? Тут, да, получается замкнутый круг. Ты знаешь, это как вот, нет, важно рисовать обнаженную натуру, важно знать анатомию. Но по большей части, смотри, мы же ходим, это я так из практики моей, да, рисования людей и всего. Естественно, уже потом, когда ты практикуешься, ты задаешь себе вопрос, ага, почему у меня там что-то кривовато, и вот тогда залезаешь в книжку по анатомии, и там смотришь, а что же, как бы это, да? Но мы же, это как, не надо рисовать голову человека, мы вот все время, мы же в позах, мы в одежде, у нас волосы, вот здесь вот, какая разница, какая у меня там, что пошло? Ну, то есть, мы же как бы, ну, не простраиваем изнутри, то есть, как будто, знаешь, сначала простроили скелет, потом надеваем, надеваем, надеваем. Ну, как правило, понятно, тут есть просто разные подходы, я за академический тоже, но я имею в виду, что на первых порах это же, ну, как бы, не то, что на первых порах за любую тему очень сложно браться, когда я просто сама этим очень сильно грешу, поэтому это, знаешь, как... Убеждаешь других, убеждаешь себя немножко в том же самом, в том, как... А потом уже вот схватываешь больше. Но... Мои фигуры вот очень нравятся, да, люди, вот, альпинисты. Потому что у меня горы без людей идут. И мне уже в какой-то момент тоже накапливается, что я хочу людей добавлять. Потому что, ну, все-таки динамика какая-то, и уже сюжеты можно выстраивать. Ну, как бы, вот одно из направлений, да, с людьми. Да, да. Я натурально боюсь. Боюсь даже вот на черновичке, который никто никогда не увидит, кроме меня. Я сама боюсь это увидеть, этот страх, который я нарисую. И сложу все и пойду в аудитом своим заниматься. У меня есть этот порог с людьми, и это вот то... Ну, это моя планка, к которой я сейчас вот буду идти, стремиться. Ну, я желаю, чтобы все действительно получилось в этом. Но я из смешного... Из смешного, я тоже, я же вроде как людей, ну, людей. И тут я, значит, рисую как раз на Гюль-де-Миди, вид на Гран-Жура, справа от меня Монблан, все прекрасно, как раз восхождение, там, значит, все, вот этот массив. Вижу и думаю, добавлю-ка я туда людей. Ну, знаешь, это тоже вот опасно, когда у тебя массив гор сильно перетягивает внимание, да, если это как бы, должны тогда горы быть какие-то простые и крупные люди, ну, то есть это вопрос композиции. И я их добавляю, получились, знаешь, как будто тараканы, по-моему, ему листу, ну, условно, да, ну, что-то невразумительное, ну, то есть людей-то я умею рисовать, но там, вот в этом огромном поле, это просто черные точки, которые поднимаются, а те, что ближе, там уже и не нужны, потому что получается, что они начинают конкурировать, да. И это, я понимаю, насколько это действительно сложный вопрос, потому что композиционно сделать и красивые горы, и добавить туда людей, это действительно надо либо формат брать, ну, то есть там метр на два, там, такой, чтобы, ну, возможно, это было как-то глубину всю сделать, вот, и человечек был не такой, не 5 миллиметров. Это моя, да, последняя. Вот, да, покажи. Да, это вот. Человечки, но они очень, как это слово сказать, условные, да? Нет, но они здесь у тебя как бы все равно, они, для машин... они сливаются с... Они как бы здесь гармонично у тебя там находятся, вот, в этом. Но я просто понимаю, что это сложно. Для масштаба. Да, вот именно ну да, металлы, да, именно тело там, вот эти все железки... позы. Ведь у них есть, и горнолыжники мне нравятся, да, и... Да. То есть у них такая динамика тела красивая, и вот хочется ее красиво передавать, именно правдоподобно, что он прям в полете, там не в полете, все. У меня столько мыслей было, что вот людей добавлять в картины, и там можно драму какую-то страшную изобразить. Да, на самом деле. Там что-то счастливое. Ну, то есть люди, конечно, это очень круто и важно в работе, но действительно горы тогда должны быть проще.
Да. Тут надо... выбирать. Либо формат большой. Вот честно, я сейчас как бы вот со своей практикой в последние, ну, карантинопрактика больших форматов, мне прям дало понимание, что некоторые вещи вот, ну, от сюжета зависят. Ну, то есть вот если ты хочешь глобально глубокий сюжет какой-то сделать, то если у тебя, я смотрю, допустим, пишу, если там деталь, которая тебе важна, она там, не знаю, на таком формате там 1 сантиметр, ты не представляешь, как это можно упихнуть там даже в лист. Да. Я вот, в принципе, с чего начался у меня товарищ, да, мой, я вообще нарисовала, думала сделать там, ну, на таком каком-то небольшом, на полулиста. Когда я его там нарисовала, я поняла, что я не вижу, я вижу на большом, и вообще это вот как бы пришлось заказать планшет, вот мне хочется прям сделать какой-то объем, вот сделать его, чтобы я его прям ощущала, что какой-то вот его там напряг, момент, там в принципе еще такой момент, там по зацепкам очень хитро, если работу рассматривать, у него следующая зацепка под одной ногой, и получается он решает, а большой выступ ему мешает поднять колено, соответственно, либо он как бы делает прыжок и хватает вверх, либо он срывается, то есть это вот прям типа за секунду до, за секунду там это, ну, то есть интересные вот эти моменты, но тогда мне как бы, ну, допустим, здесь скалы не нужны, то есть как бы нужен там зал или упрощать, это вот что-то приходится все равно выбирать, но мне кажется, вот в плане гор прям с людьми, с каким-нибудь восхождением, может быть вот какой-то прям реально большой формат, тогда и за счет формата горы не будут казаться проще, и как бы сами и люди, вот потому что сложно вот выписать такого, чтобы он был там реалистичный, когда он вот так, и уже как-то, мне кажется, тоже интересно. Да. Но это я всех тебе это, прости. Пиши, давайте большие форматы. У меня просто инсайт свой произошел, и я начинаю всех это. Это... Я писала, у меня самая большая работа, это на полный лист, одна, единственная. Это как раз вот Арта-Кара восточная была. Я, когда ее писала, я прочувствовала вот эту свободу от формата. Я там даже не делала карандашный рисунок, потому что, ну, как бы сантиметр вправо, да, это роли не играет. И вот такая свобода была, прям все, мне понравилось. Но потом что-то опять не стало, стало боязно. А, ну, кстати, у меня нет планшета такого огромного, надо его где-то добыть. А в тот раз я, знаешь, как писала, я брала стол, у нас в студии в Артхолле, то есть там да, был стол, я под ножки подложила кирпичи, то есть я наклонила стол, у меня стол был планшетом. Дома у меня сейчас нет такой возможности писать вместо планшета. Вот. Да, формат, конечно, играет значение, вот эту свободу я чувствовала. А еще, вообще, мне один из моих первых мастер-классов, который я сама посетила в 2012 году, это был Аринушкин. Да, Аринушкин Андрей. И мы писали там людей, женщин каких-то красивых в шляпах, а у меня вообще анатомия от слова ноль, ну, просто... Ну, большой формат, все равно было так классно, так это, мне даже ночью снилось, я просыпалась от того, что я там вот эта кисточка, что-то вожу, красный, сюда, формат, конечно, это круто, ну, это отдельный опыт такой. Да, вот. Да, да, да. Но сейчас я чувствую какую-то потребность в контроле, и это мне нравится вытюкивать. Как-то вот держать под контролем. А формат большой, он уже такой. Свобода, свобода. Ну да, да. Но я просто это предложила как с точки зрения вот если добавление людей, и чтобы вот как-то, то мне кажется, что вот именно чем больше формат, тем проще сделать, потому что вот такого человека реалистичным сделать сложнее, чем вот такого, и он как бы будет более гармонично там смотреться. Это как бы просто такой вот. Потому что я об этом думала, у меня-то тоже все горы без людей. Ну, такое. Ну, как бы. Ну, вот, понимаешь, ну, вот какие-то там горы сейчас, я попрошу тебя, ну, вот, ну, и вот эти вот два человека там на какой-то канаточке стоят. Ну, это смех, конечно, для, ну, в плане маленький, а так все. Если главный герой — это гора, то, наверное... Ну, да, вот. Ну, вот когда один герой гора, это я просто, а мы вот до сюда вот поднимались. Вот. Это Мачо-Кучара. Вот. Покажи, пожалуйста, свои работы. Я хочу, чтобы... Слушай, у меня была выставка осенью, и они у меня вот висят. Какую-то часть я домой забрала. Вот. Там висят... Так, как я тут могу? Да, можешь вот в правом нижнем углу перевернуть. Ага.
Ура, все, да, работает. Так, так, а что-то у меня тут работает, да? То есть вот этот Эльбрус у меня, времена года. Времена года, да. Эта вещь, это как раз ледник Шаурту, и вот в верхнем углу слева, получается, там вот Артакара Восточная, вот в той стороне. Угу. Вот. Так, ага, вот. Вот здесь вот тоже мой поход какой-то в юности был, Хаджибей. Эльбрус еще раз. Вот здесь. Так, лампа там светит. Это Бизынги район, Бизынгийская стена, Гестала вершина. Вот этот же сюжет, вот люди-человечки. О, понимают. Да, ну вот здесь они прям, как бы контур такой свет получается немножко, да. И они такие темные очень. Я, конечно, вот фигуры. С ними... боролась. Вот прям вот эти фигуры условные, но для меня это был, ну, челлендж. Нет, они просто здесь шикарные. Очень. Вот. Это фотка из нашего похода. Ну, прям была это вот моя команда стоит. Ну и вот это мини-гор восточный. Как там... красиво. Вот просто прекрасно. Вот. Ну, в общем, это то, что есть. Так. Где я теперь? Возвращайся. Так, вот. А большие еще у тебя работы, уже проданы часть, как вообще ты с ними распоряжаешься? Будет ли у тебя выставка? Планируешь ли ты какую-нибудь, ну, выставку свою еще с... Ну, мы планируем вот такую же, как мы делали в прошлом году, но с нашими девчонками на четверых. Нам очень формат понравился, потому что я участвовала там каких-то коллективных выставках, да, когда ты одну или две работы даешь, и, в принципе, много там участников, потому что ты очень представлен, да. Ну, есть там, конечно, честь повисеть среди уважаемых людей, но тебя лично никто там особо не запомнит, скорее всего, если кто-то по узкой теме не проходит. Вот, а одному делать выставку дорого, а на четверых прям самый ништяк нам был, потому что там можно картин 20 повесить. Честно говоря, у меня просто больше и нет, не накапливается столько работ, чтобы выставляться в большем. Мечта есть, конечно, на персоналку там, на какую-то. Вот. Есть у меня еще два проекта, которые, даст бог, выгорят, и я там даже боюсь говорить. Там я пока одна участвую, но, может быть, там еще с кем-то. Вот, а там уже чисто, ну... с горной аудиторией этот проект, вот, не с художественной. Ну, не знаю, там, выгорит, не выгорит, даже страшно говорить. Не говори, не рассказывай, я вот против, знаешь, когда рассказываешь идею, у нас же очень, как сказать, мозг начинает думать, как уже как бы как результат, как свершившееся действие. Поэтому лучше, ну, как бы уже делать, да, действие. Не... успокоился, да? Да, 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 ну да, вот. Да, да. Все правильно. Я не знаю, что там, что будет со второй волной коронавируса, и будут ли карантины, надеюсь, что ничего не будет. Ух, я надеюсь, что нет. Так, на октябрь, да, вот я готовлюсь сейчас. Задача у меня сделать побольше работ. Потому что в прошлой выставке у меня было меньше всех работ, потому что я не успевала их написать. Ну, как-то я медленно пишу, я не на потоке, да, я там очень редко пишу. Вот. И поэтому у меня сейчас уже вот есть задача такая стоит передо мной. А там, ну, это, да, очень. Подраскупили, да, работы. Вот эти вот то, что осталось, висят. Что еще? Что-то могу даже порвать. Есть такое. Напишу, вот оно какое-то время живет, а потом я понимаю, что, ну, допустим, я переросла этот уровень уже. Я могу просто порвать и все. Хотя там есть люди, кому это нравится. И... Слушай, я тоже рву. Я как-то порвала и хайпанула на этом, можно сказать, когда мне начали писать. Я выложила это в сторис, не рассчитывая на какой-то, ну, то есть, я просто рвала работы, причем я порвала штук 200, наверное. Я пишу много, ну,
так случилось. И как бы и сразу же вот, вот этот пошел момент, ну, подарили бы мне там, ну, как бы, ну, вот, ну, а что же это? И, ну, как бы, это, знаешь, это все равно, что я этого не понимаю, я сразу говорю, нет, как бы, ну, потому что, ну, дарить плохое, да, то, что тебе уже кажется недостойным, ты, ну, ты, знаешь, так поносил одежду и пошел подарил подруге на день рождения, ну, как бы, ну, или, ну, я не знаю, да, может быть, не самый лучший сейчас пример придумала, но суть в том, что, во-первых, художник, а, художник решает, что ему делать со своими работами, и здесь никто не имеет права, как бы, ему на это претендовать. А второе, действительно, если ты чувствуешь, что, что ну, ты не хочешь их оставить, как, например, потом проанализировать там свой рост, и если они тебе, в принципе, вообще уже как бы, ну, вызывают у тебя негатив, то это твое право делать там, я не знаю, сжигать, да, да, рвать. Вот. Дарила я, наверное, 2 раза всего работы. По-моему, 2 раза. И все. Ну, а ты не дарила где-нибудь в кафе, рисовала горы, где-нибудь на, там, на высотах? Вот прям не покупали? Люблю. Не могу я в кафе рисовать, достать. Нет, ну, имеется в виду, что на, где-нибудь на, ну, не в, не в самом кафе рисовать, я имею в виду, вот где-то на каких-то ты пленэрах была, горных, и там. То есть я была на пленэре, делала зарисовки прям. Это была Малага около маяка, и там проходили, мы были с Бланкой Альварес на пленэре, там писали его. Проходили туристы, муж и жена такие уже пожилые, и они вот пожелали купить работу. Конечно, там за 3 копейки, можно сказать. Я не помню уже, сколько это в евро, не очень большая сумма была, не помню. Но как бы мне было приятно, потому что для меня эта работа не профильная, ну, да, маяк это не горы, не то, над чем я буду трястись, как над Златом. И я была очень рада, что кому-то это было интересно, и кто-то с удовольствием это взял. И они как бы сумму даже сами определяли, потому что я не могла назвать сумму, я не знаю, сколько это стоит, то, ну, как бы просто такая работа, просто такая. Вот, и они там сами сколько-то там этих евро достали. Вот, и еще на Майорке, вообще еще 100 лет назад, я рисовала вот как раз-таки на пляже, сидела с блокнотиком, и была немецкая пара рядом, а я рисовала этот же пляж, кадушка там с пальмой, вот прям все, и они тоже захотели. Это была прям из Малескина такая вот страничка маленькая, они ее тоже говорят, давайте мы купим, я говорю, давайте я вам подарю, потому что без понятия, какие-то деньги может стоить. Подарю, чем я буду там совесть свою напрягать или мозги. И они тогда говорят, давайте мы вам хотя бы дринк какой-то там купим. Вот, по-моему, это мне в чашку кофе обошлось. Вот так туда. В Севастополе тоже что-то просили подарить. Это были натурные зарисовки просто на состояние, там вот именно небо, за рассветом это был. И тоже с удовольствием раздарила. То есть если есть материал, который людям нравится, и на который для меня не является ценным, я с удовольствием это, там, могу подарить. Вот. Ты знаешь, ну да, я здесь согласна. Я просто, вот у меня какой-то, у меня немножко такой, очень похожий, но не совсем. Я никогда не дарю, если меня просят подарить. Ну вот прям вот просят подарить, не дарю. Но, как правило, когда я вижу, там, последний раз я рисовала, вообще мне просто захотелось, я рисовала там другой сюжет, а потом увидела мужчина красит свою лодку, и мне понравилось, я, в общем-то, зарисовала там быстро, а он подошел ко мне посмотреть предыдущую работу и говорит, это же я. И вот и дальше он говорит, как бы, я приду там через там полчаса, я куплю, а у меня уже как бы в мыслях внутри как бы подарить. Ну, то есть да. Я вообще планировала ему сразу ее подарить, потому что просто зарисовка. Ну да, да. Но когда он, понимаешь, в этот момент сказал, что да, я вас куплю, то есть для меня это как бы уважение к творчеству. Он ушел, я потом его не увидела, но встретила там других мужчин. Я говорю, ну, маленький городочек, он, знаете, да, знаем, он вот здесь живет. Я говорю, передайте, пожалуйста, работу в подарок ему. Но вот когда, знаешь, вот это вот на пленэрах там, а нарисуйте меня, а подарите мне. Ну, то есть это, мне кажется, очень сильно обесценивает, ну, творчество, потому что ты потом, ну, людям кажется, что это так просто, легко и совсем ничего не стоит. Это к вопросу тому, что художник, да, сам должен решать, подарить ему или продать, или вот разорвать. Может. У нас минута осталась прям ровно. А сейчас не это, не запрещают. Сейчас не сокращают больше эфиры. Давно, что ли, стало, да? Да, я последний раз вещала 86 минут, это 1,5 часа. Ну,
И одним эфиром, в смысле, они теперь не обрубают после часа. Ну, шарма. Вот, нет, мы с тобой Приглас. Постепенно все равно будем закругляться, но так, что типа, одна минута, до свидания, пока. Слава богу, убежали. Хотела что показать? Да, покажи, конечно. Очень. Это К2. Ну, это мои наброски. Я готовлюсь к большой работе. Я вот ищу. Ты на К2 есть планы вообще? Да нет, конечно. Какие планы? Ладно, просто чтобы других тут не пугать, я понимаю, что это другое, другая история, походы, да, и альпинизм немножко. К2 это страшная вещь. Просто я хочу написать серию работ 14.